Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Ну что ж, Лен, я знаю, что наши телезрительницы знают толк в моде, знают толк в качестве. И у нас теперь предложение для тех женщин, которые выбирают для себя исключительно престижные материалы. Слушай, престижные материалы, то есть это наша любимая статусная натуральная кожа? Да. Все, действительно праздник, но невероятная цена. Вы посмотрите, натуральная кожа, туфли Лоретта. Цена только на один день 1599 рублей. Выгода только на сегодня 1300 рублей. Вот здесь думать не нужно, нужно выбирать, потому что натуральная кожа – это всегда статус. И у нас еще есть три вариации на ваш выбор. И этот цвет называется бело-бежевый. На самом деле цвет мягко-молочный, очень красиво играет на контрасте с бежевым. И это у нас называется цвет бело-серый. Мы выбираем цвет по канту, по кожаному канту, который снизу. И следующий вариант бело-синий. Ну, я вообще очень красивый. Люблю такие сочетания бело-синий. Я бы его назвала главным для вашего грядущего летнего отпуска. Ох, если вы хотите быть модной, то становитесь модной вместе с телеканалом Shopping Show. Наталья Федотова расскажет, как благодаря деталям, аксессуарам просто, знаете, вот воспитать в себе ту самую уверенность, красоту и яркость, Наташ. Итак, почему вы должны купить эти ботиночки? Ну что ж, Лен, во-первых, это натуральная кожа. Что может быть лучше? Как снаружи, так и внутри. Стелька у нас также из натуральной кожи. Уникальная девятая полнота. Лена, это даже не восьмерка для самой взыскательной ножки. У нас через подъемный ремень с застежкой велькро. Для тех женщин, у кого высокий подъем, для тех женщин, у кого ножка к вечеру может отекать. Посмотри, мы можем переставлять регулировки так, как нам этого будет удобно. Эластичная лента, которая также подойдет прекрасно для обладательниц высокого подъема. Ну и, конечно же, мягкость всей модели. Ты только представь, сколько комфорта, сколько наслаждения способны доставить туфли Лоретта, даже если целый день в них ходить, с утра до вечера, даже если у кого-то стоячая работа. Вот это тот самый идеальный выбор. Слушай, ну это действительно самое главное, потому что когда обувь удобна, женщина уверена в себе, она может совершать, вот знаешь, как мир перевернуть просто, да, потому что мы успеваем и за детьми в школу сходить, и погулять, и сходить в парк. Знаешь, мы не будем сидеть и говорить, нет, у мамы или у бабушки ножки болят. Вы обязательно для себя рассмотрите вариант туфлей Лоретта. Сегодня их цена всего лишь 1599 рублей. Наташ, подскажи, как правильно выбрать размер? Выбираем туфли Лоретта четко размер в размер относительно своего российского размера. Дальше наслаждаемся комфортом и, конечно, дизайном. Вот знаешь, я, кстати, хочу тебе сказать, что здесь у нас дизайн вариация на тему очень классической модели. Она называется Мэри Джейн. Этой модели более 100 лет, и ни разу за эти 100 лет модель Мэри Джейн не выходила из моды. Почему? Потому что она очень женственная, очень изящная. Благодаря как раз фасону с ремешочком она делает также ножку еще более нежной и маленькой. Ну и, конечно же, у нас эта модель в современном исполнении из натуральной кожи с перфорацией, а самое главное, в универсальном виде. Вот мы уже видим сейчас на наших моделях, что мы эти туфли сможем носить ну как угодно. Марина сейчас демонстрирует сочетание с брюками, а вот на Анастасии мы сейчас совсем скоро увидим сочетание более элегантное. Посмотри, юбка-карандаш, элегантная блуза и кардиган. Эти туфли, их смело можно отправляться на работу, в какую-либо деловую атмосферу, и вы будете также выглядеть уместно. Ты знаешь, я с тобой абсолютно согласна, и вот хочу сейчас обратить внимание на то, что эти туфли комфортные и плюс еще красивые. Ты знаешь, вот мы с мамой постоянно спорим, да, есть ли сочетание в туфлях и комфорта, и красоты. Вот наши туфли Лоретта, они это подчеркивают, они это показывают, и это видно, ты знаешь, не спрятать, как элегантно смотрится ножка. Слушай, действительно, они очень элегантные, при этом удобные. Я хочу сразу показать, вот она, застежка, велькро у нас через подъемный ремень и застежка, которая сможет подстроиться. Например, кому-то нужно подстроиться под высокий подъем. Вот, пожалуйста, посмотри, сколько свободы. Или вечером, если оттекает нога, опять же, этот ремешок эту свободу вам подарит. С утра можно более надежно зафиксировать. Вот также у нас есть эластичная лента. Кстати, Лена, это для тебя просто находка, потому что как раз я знаю, что у тебя высокий подъем, а эта лента способна подстроиться совершенно под любой подъем. Поэтому наши кожаные туфли
туфли из натуральной кожи подстроятся под любой каприз вашей ступни, подарят вам комфорт в течение дня. А самое главное, это закрытые туфли, которые одновременно летом позволят вашей ноге дышать. Слушай, это самое главное, ножка дышит, она ни в коем случае не потеет. Это находка для наших российских женщин. И знаешь, вот хочется сказать, для наших российских дорог, потому что дороги у нас бывают неровные, хочется твердо ступать по дорожке, да, и при этом, чтобы никаких мозолей, никакой пяточной шпоры не было, туфли Лоретта – это выбор миллиона телезрителей. У нас, посмотрите, кожаные туфли стоят 1599 рублей. Я буквально позавчера с дочкой ходила в магазин, ты знаешь, кожаные сандалики обычные стоили 2 900, 2 990. Ну, а то и выше, на самом деле, 2 900 – это тоже уже неплохая цена. Детские. Итак, Лен, давай посмотрим, что же еще раз мы получаем. Натуральная кожа. Вот даже посмотри, даже по фактуре ее не спутать ни с чем. Натуральная кожа увеличенная, девятая полнота. Ты только вдумайся, это даже не восьмерка, это девятка. Кожаная же натуральная стелька. Но самое главное, вот я не раз говорила, что есть очень многие женщины, такие как моя тетя, которые не любят открывать свою ножку летом, не любят показывать пяточку, не любят показывать свои пальчики. Но им нужно, чтобы нога все-таки летом не ощущала жару, чтобы она не прела. Посмотри, у нас сочетание натуральной кожи с перфорацией и со специальными вырезами. Натуральная кожа сама по себе позволит уже вашей ноге дышать, а перфорация и вырезы позволят вам чувствовать себя комфортно даже в самую сильную жару. Ну, ты знаешь, вот у меня у мамы вальгусная деформация, постоянно болит вот эта косточка, и как только она приобретает для себя именно ботиночки или туфли из натуральной кожи, ты знаешь, даже косточка перестает болеть, потому что туфли, они как подстраиваются, то есть они облегают ножку. Да, Лен, ты права, вот как раз один из отличительных особенностей именно натуральной кожи, ее не только мягкость, вот мягкость я тебе сейчас демонстрирую, а также способность подстройки. Она настолько эластична, что натуральная кожа принимает форму ноги, где бы у вас ни была косточка, где бы ни были какие-то неровности, именно натуральная кожа садится четко по вашей стопе, причем не передавливая, а мягко огибая. Также, кстати, еще очень важно обращать внимание на форму мыса, потому что, Лен, очень часто женщины делают выбор в сторону обуви с узким мысом. Что в итоге получается? Пережимаются пальцы, прерывается нормально кровообращение, и имеется много проблем со здоровьем, кстати, в том числе и варикозное расширение вен. У нас широкий округлый мыс, пальцы расположены спокойно, свободно, не передавливают, хорошее кровообращение, ваша легкая нога и, кстати, также ваше здоровье. Да что говорить, здоровье на высоте, это значит, вы всегда активная, вы двигаетесь, вы живете каждым днем. Вы представляете, вы не будете думать о том, что где-то туфли пережимают, вы будете думать, смотреть на своих детей, которые играют на игровой площадке. Вы будете смотреть на своих любимых внуков и знать, что бабушка молодая и красивая. Натуральная кожа. Действительно, вы не годами, вы десятилетиями будете носить такие туфли. Они никогда не выйдут из моды, они никогда не порвутся, они никогда не лопнут. А самое главное, что в таких туфлях вы будете долго гулять. И не забывайте, что активный образ жизни – это всегда наша молодость, это всегда наша красота и здоровье наших ног.